В Якутске состоялась пресс-конференция по громкому делу о гибели известного журналиста Татьяны Васильевой, известной под творческим псевдонимом Симакова. Напомню, трагедия произошла 15 сентября 2021 года на перекрестке улиц Жарницкого и Семена Данилова. Тогда на регулируемом пешеходном переходе водитель манипулятора сбил насмерть велосипедистку, которая переходила дорогу. Отмечу, что за этот период родственникам дважды было отказано в возбуждении уголовного дела. В данный момент адвокат совместно с родными и близкими Татьяны Симаковой добивается отмены о прекращении уголовного дела и о проведении дополнительной автотехнической судебной экспертизы. Во время пресс-конференции было озвучено, что родственников погибшей журналистки не извещали о ходе следственных мероприятий, а водитель манипулятора проходит по делу как свидетель. Стало также известно, что за 2,5 года следствия не было найдено очевидцев. Постановление, которое было вынесено, да, оно полностью идентичное с первым постановлением об отмене, ну, об отказе возбуждения уголовного дела. Поэтому мы считаем, что целый год следователи вообще не работали. Просто взяли и распечатали первое же постановление. Мы считаем, что это вообще верх несправедливости.